Слава, знаю, что ты по молодости стал свидетелем убийства 13 кротов. Ну, блин, ну не убийство, а нет. Ты их сам убил? Нет, они это. Убийство 13 кротов. Нет, на даче, дачу когда строили, вырыл фундамент. А там, сука, кроты эти перекопали всю эту дачу. И он упал туда, и не, ну, и копошился. Это. Вот, это один. А потом я вычитал в этом где-то, что берешь, ну, где нора идет этого крота, вкапываешь ведро с наполовину воды туда. Ну. Вот, сверху накрываешь, закрываешь землей и все. А крот по этой хрени идет, раз в ведро, а там вода, и тонет там. Вот так 12 штук поймал. А что ты не шил ничего из шкурок кротинок? Из протухших шкур. Не, наоборот, сделать, высушить, продублить. Ну, блин, разделать. Я сунулся сюда через 2 недели, а он там уже неизвестно, сколько он там плавает. Шил бы. Ну, что можно шить из 13 кротов? Ничего. Как? Слав, а ты не против, если тебя буду звать Слава 13 кротов? Да, мне все равно. А то как-то Слава Боцман. Ну, Боцман. Боцман. Боцман, я Боцман лет с 5, наверное. А то будешь как в ковбойских фильмах, знаешь, вот там типа «Грязный Гарри», там, типа, а то «Слава, 13 кротов». Все будут думать, что там он сделал с 13 кротами, 13 кротов выловил. Да жопу этих кротов, сволочь. Блять, интересно было бы, какой шашлык из кротов. Прикинь, 13 кротов тут на шампурах бы сейчас крутились бы. Блять, и правда интересно, а на вкус он какой? Как крыса, как мышь, как воробей, как голубь, может, как крольчатина. Может быть. Диетическое мясо кротов. Крысы эти едят китайцы. Да китайцы, они там все жрут. Там эти кроты как семечки пошли, наверное. Там хрен узнает, сколько они сами этих кротов там вылавливают. Я как глянул это, они этот, любят это. Летучих мышей. Не, ну не только они, Вьетнам вот это вот вся это. Утенок должен выкормиться. А, да, да, и да, они да, жрут. Да. Ой, ужас вообще. Зародыши утят жрают, блядь. А это, а еще любимое, я тоже увидел. Берут живого карпа его, это, в масло. А, он дышит все это, в масло. И потом на тарелку, а он ртом, блядь. И жрут. Вот звери, блядь. Вот зверюги, блядь. А тут, блин. Сашлык пожаришь, тебе скажут, ты убил же, убийца животных. Убийца животных, блядь, а там карпов живых едят. Охереть. И осьминогов живых щупать.